Ну и в завершении выпуска. В Центральной детской библиотеке «Бригантина» работают клубы по интересам. Маленьких жителей округа обучают рисованию, развитию речи, театральному искусству и другим творческим направлениям. На днях наша съемочная группа побывала на занятии по авиамоделированию. О том, как люберецкие дети создают своими руками макеты летательных аппаратов. Наш следующий сюжет. На протяжении 11 лет бывший подполковник Сергей Карпович проводит занятия по авиамоделированию. Он учит самых маленьких детей правильно рассчитывать форму и размеры каждой детали летательного аппарата. В процессе работы ребята осваивают сразу несколько школьных предметов. Сталкиваемся и с черчением, и с элементарными расчетами. Значит, резать пенопласт, строгать дерево, клеить, рисовать. Вот простейшая вещь, вроде бы правильная звездочка. Ее тоже надо, оказывается, знать какие-то элементарные понятия о геометрии. Но это все в жизни, естественно, все пригодится. Параллельно с точными математическими расчетами во время занятий с детьми проводится большая патриотическая работа. С большим опытом летным и бывший афганец, и поэтому ему есть чем поделиться с детьми еще и в этом смысле. Он им историю авиации рассказывает и вот на своей практике, на своем опыте. Этот макет грузового военного планера сделали две ученицы Сергея Петровича. Работы его воспитанников – участники различных всероссийских конкурсов. В ближайшее время их разместят в музее, созданном общественной организацией «Дети войны. Память». У нас есть принцип и девиз – без лени и без скуки иметь при светлой голове мастеровые руки. Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.